Я решил придумать задачу на фотоэффект для вас. Все эти цифры не настоящие, но зато с ними просто работать, чтобы вы поняли, что здесь от вас требуется. Смотрите. У вас есть энергия выхода, то есть энергия, которую нужно затратить для того, чтобы вырвать электрон из металла. Да? И у вас есть формула для энергии света. То есть это та энергия, которая у света есть в зависимости от частоты. Значит, ваш вопрос вам – это свет какой частоты сможет вырвать электроны из металла? Вот вам дано 4 частоты. Красная – 2 Гц, желтая – 3 Гц, зеленая – 4 Гц и синяя – 5 Гц. Да? Найдите свет какой частоты сможет вырвать электроны из металла. То есть, проще говоря, энергия какого света будет больше, чем энергия выхода электронов из металла. Да, помните это? То есть, в принципе, это просто задача на сравнение, когда энергия света будет больше, чем энергия выхода. Попробуйте решить ее и посмотрите, что у вас получится. Да, то есть, вам нужно найти нижнюю границу фотоэффекта. Вот это величина для Х. Все дано. Найти нижнюю границу фотоэффекта. Все сказано таким научным языком. Но самое главное просто найти, при какой энергии свет будет достаточно энергии, чтобы его выдернуть. Попробуйте. А потом вы попробуйте решить задачу с реальными числами.